Всем привет, доброе утро. Начинаем наш новый влог. Егор уходит. Куда бы вы думали, конечно же, кататься. Попросил перевезти. Самокат мы вчера зарядили. Заряжается быстро, за 3 часа. Так. Девчонки, едет вон мой цыпленок. Сегодня отправила его пораньше, 12 часов, чтобы не было холодно. Вроде ветерка сегодня нет, такая теплая погодка. И знаете, заметила, что у нас на улице, когда до дороги доходишь, слышно, как квакают лягушки. И, видимо, все, они уже проснулись и счастливы, на солнце греется. Потому что у нас сзади наших дворов, там дальше, дальше речка бежит. И вот они оттуда, видимо, все детские такие. И это особенно хорошо слышится, когда машин нет. Все-таки они все равно уже пореже ездят. И прям когда вот такая тишина, слышно, как они там квакают между собой, разговаривают. Новости, да? Наверное, рассказывают. А, смешные такие. О, сейчас тишина, можно услышать. Машин нет, тут слышно, как птички поют, чирикают воробьи, вот лягушек стало слышно. Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на наш канал! Спасибо, что смотрите, что заходите. Начинаем новый влог. У нас сейчас... Какое вообще время у нас? О, 12:30, оказывается. 12:30 у меня здесь завтрак. Вот я себе сделала яичница у меня и салат. Помидоры, огурцы. И добавила тут туда чеснок, девчонки. Вкуснятина. Мне сегодня никуда не надо выезжать, поэтому... у мам были мы когда... Что было у мамы? А, на Пасху мы ходили к маме, она сделала такой салат. Ну, помидоры, огурцы, все это, чесночок. О, обалденнейший, мы его сразу съели, и я вот теперь тоже так стала делать. Здесь у меня уже тесто на пельмени. Вот оно, колдобасится. Сегодня будут пельмени. Наш папа сегодня съездил уже на охоту, привез продукты. Масло сразу ему сказала. Вот такое вкусное, хорошее масло. Фу, масло Брест-Литовское. Не было, говорит, Вкуснотеева. Потом сметану, но это уже все подготовка к пельменям. Потом яйца для теста. Какие он дал? Вторые. Хорошие, вкусные, кстати, вторые. Красная цена. И вот 22 килограмма. Там, где мы берем... Ой, зеленый рынок. У девушки сейчас буду делать лук туда и готовить фарш. А, и масло растительное, когда тесто делаем, обязательно нужно. Да, кушать? Егор, все равно это не ест. Вот такие вот дела. Кстати, хотела показать, заказал он нам у себя на сайте вот такой вот, а как он называется? Анолит. Против бактерий, вирусов всех типов. Это в виде спрея он идет. Но знаете, я думала, будет, когда его распыляешь, запах спирта, а там, знаете, запах чего? Хлорки. О, термоядер. Но я ему, вот когда он приезжает, продукты привозит, пакеты ему обрабатываю. Значит, он на своем вот рабочем сайте, где он заказывает. Сколько, мне кажется, 200 с чем-то стоило все это делать. Здесь не написана цена. Ну, вот такой вот. Так что, вот все. Тесто готово. Сейчас достану пакетик. Его в пакетик, чтобы оно не заветрилось. Пока буду делать фарш. Пока здесь поедим. Софийка чай попьет. Были когда фикси. Я вам, кстати, похоже покажу, что мы там фикси в прошлый раз купили. Она все время берет, повторяет вот такие вот. Ей нравится с карамелькой же, правильно? Да, с карамелькой Тесс. Вот он, Тесс. Вкусный. Все, девчонки, продолжение следует. Ребята, друзья, смотрите, подключилась. Хочу вам показать, пока я не забыла. Мне в комментариях Елена написала, что вот этот вот зефир, который я подсушиваю его, можно положить в морозилку и подморозить. И вот, девчонки, я его прям, ну, заморозила хорошо, такой был он твердый. Потом достала, думаю, пусть он немножко отойдет, пока тут дела поделала. Девчонки, потом я его взяла, и он, знаете, какой становится? Он прям, вот как я люблю, он прям тянется. Вот показать это не могу. Вот видите? То есть, если тот зефир, который мы подсушим, он засыхает, ну, как бы он, видите, все равно, ну, как просто берет и переламывается, то это у этого становится свойство такое, как я люблю. Он тянется. Вообще обалденно. Вот кто...
любит чай с зефиром, и чтобы он был не такой свежий, а немножечко подсушенный. Вот этот вот прям совет, прям спасибо вам большое, Елена, я сейчас буду с таким удовольствием пить чай. А я еще думаю, как же, что же там должно произойти, если его подморозить? Оказывается, он становится такой прям тянущийся, такие свойства у него. Поэтому буду теперь убирать в морозилку, подмораживать, потом доставать. Ну, в общем, это как раз такая консистенция, как мне нравится, которая мне доставляет прям удовольствие, когда я пью чай. Все, у меня тесто готово. Еще я достала, у меня здесь было размораживаться еще одно тесто. Сейчас мама придет, Софийка, и мы начнем уже лепить пельмени. Я шалкую, куда он там работает? Миллион. А, что выделяют, да? Да. Молодец. Вот. Какой-то Олеськи Виталькина, сестра же на врача выучилась. Ага. И она в ремонтную уехала, ей там жилье дали бесплатно, и миллион на счет. И она должна быть там отработать. 5 лет. Да. И вот он уже так хочет тоже. Жилье бесплатное. Да, жилье, все. Угу. И коммуналка, все вот это. Ну все, мы закончили лепить пельмени. Стулья я уже подняла. Сейчас буду выходить, включу пылесос, чтобы он не жужжал. Пока не стала этого делать. Покажу вам, что у нас получилось сегодня. Вот так вот. Вот пакет. Здесь, наверное, штук 50, мне так кажется, на скидку. И вот еще тоже доска разделочная полная. И такой же пакет мама домой забрала. Вот, поэтому, ну я думаю... Я надеюсь, хотя бы дня на два нам этого хватит, потому что сейчас мои будут есть только пельмени. Я вот вам говорю, только пельмени, особенно наш папа, он даже разговаривали с ним, в лес собирался ехать. Но работы мало, в основной его, и он думал еще на своей машине грузоперевозки поехать вместо водителя, значит, в рейс. Ага, такую уже путевку, все там себе сделал. Потом я говорю, ну ты пока не уехал, съезди, купи нам фарш. Вот, купи нам фарш, мы налепим пельмени, как раз мне хорошо будет, ты уедешь, и в несколько дней у нас свобода будет. Ну, что вы думаете, наш папа, когда услышал, что я буду лепить пельмени, он такой сразу, не, ну, я так подумал, что, зачем я поеду, в принципе, и так вроде ничего, давай я здесь останусь, тем более, если будут дома пельмени, зачем я буду уезжать, и мы с ним посмеялись с утра. В общем, он никуда не поехал, вызвали водителя, поехал водитель, накупил нам фарш, мы налепили, все наелись. Мои родители пришли, мама, правда, уже ушла с пельменями, а папа наверху с Егором там играет, всех мы наелись, все счастливы, довольны. Так что, такие вот дела. Что я сюда подошла? Хотела что-то здесь взять. Нет. Не знаю, девчонки, в общем, я сейчас выхожу, идем с Егором делать для них чтение. Включаю пылесос, пусть он работает пока. Так. Так что... Ну, мы, в принципе... Ой, не быстро мы сели. А ну, за 2 часа. Вот мы налепили за 2 часа. Но мы делали перерыв еще ели. Мы делали перерыв еще с английским с Егором получили. В принципе, нормально. Все. Все, я его здесь закрываю, и мы выходим. Так, свет горит, Егорка, наверное, играл. Пылесос пропылесосил. А почему у тебя желтый свет? Вот такой, наверное, лучше обычный. Ну, рассказывай. Ты готовишься к чтению стиха? Да. Нет. Да, к чему? Нет, к стихам, не про
Ну, в смысле, я это имела в виду. Когда уже откроются эти, да, линзы? Как тебе без них? Я в них. А до сих пор в тех? Да. А и как? Я читала, ничего страшного толком не будет, просто да? Долго носить не получается. Ты ходила, короче говоря, когда они тебе нужны, да? Ну, когда я читала. Ой, я вообще зашла за пылесосом. Где пылесос? Застрял где-то? Нет. Он не съел твои провода? Я уехала. О. Куда это он? В гардеробе. Нет, там было нету. Егор, пишешь? Я фу. О, Афоня зашел к дедушке, улегся. Дорух. Воюет дедушка. О, бумаг у него какой-то. Егор, ты не видел пылесос? Или он на зарядку приехал сам? На зарядку. Да ты что, я его ищу. Он молодец какой приехал. Он, наверное, садился и стал на зарядку. Егорка пишет дневник чтения. Заполняет. Садись хорошо. Пускай ногу. Так, ну и рассказывай, что мы будем писать. Про... Рассказ, как у тебя называется? Посылка. Посылка. С чего начнем писать? Вот тебе книжка, если что. Хорошо. Что начинаем? С чего начинаем писать, Егор? Мама, давай я перескажу Светлане Михайловне. Нет, правильно. Нет, пересказ-то понятно. Пересказ – это чтение школьное. Дневник чтения мы завтра будем ей фотографировать и за каждый день отправлять. Смотри, как-то это... посылка. Один раз пришел как-то... А ноги? Посылка. Я ничего не поняла, что это было. Так, и что? Итак, почтальон Печкин принес посылку. А как это? Здесь есть код матроски? А я пока Егорка пишет, всегда в это время присаживаюсь и доделываю картину. Уже... Ой, будь здоров, еще чего не хватало. Это ты что там, на улице переохладился? Хотя чихание это непонятно, что это. Ужели коронавирус? Не болтай, Егор. Еще чего не хватало. Так, когда становится мало, я беру уже ложку, потому что некоторые, вот, например, вот такие, как 49-й, уже трудно достать и ложечкой. Так, давайте посмотрим у меня сейчас, какая будет тут цифра. Ну, давайте вот такой вот знак. Это у нас 13-й. Ищем 13-й. Так, Егор, продолжай. Ты чем дольше ты там играешь в свою стрельбу, тем дольше ты будешь все писать и будешь сам себя затягиваешь во время учебы. Так, я не найду 13 номер. Покупка, которую мы делали в фикс прайс, это был чай Тесс, черный чай Тесс и со вкусом карамели. София очень любит, тут повторяет периодически, когда мы там бываем. Потом, девчонки, я туда заезжала вот за такой вот штучкой, которая называется коврик. Коврик для посуды. У меня есть, по-моему, какие-то ягоды красные там у меня или цветы. Нет, скорее всего, какие-то ягоды, фрукты. Сейчас точно не скажу. Смотрите, размер 30x45. Коврик для посуды, уют в вашем доме, 77 рублей. Мне чем нравятся эти коврики, у них размер такой, знаете, и не маленький, и небольшой. Самый оптимальный, который мне, допустим, нравится. И вот для того количества посуды, которое я мою руками, мне вот этого коврика очень даже хватает, и его немало. Потому что есть у них же там разнообразные эти коврики, есть чуть поменьше, они все-таки не такие удобные. Есть совсем огромные, они вот там розовые, по-моему, серые представлены. Они раскладываются вообще, я не знаю.
Это вот если прям много на столешнице места, и вы прям все моете руками, то, конечно, тот большой будет очень удобный. Но мне, у меня мало там места в уголочке, поэтому вот этот размер самый то, что нужно. Сейчас мы его постираем и будем пользоваться. Кстати, я их стираю, они немножко становятся, знаете, вот здесь он такой плотный, как бы поролончик там внутри, а вот когда он постираешь уже раз за три его, а поролон усаживается, что ли, он становится такой поменьше. Но я им все равно пользуюсь, мне они нравятся. Вот из фикс прайсик тех, которых я брала, вроде вот на этих остановилась, они мне нравятся по качеству, поэтому вот за ними поехала, потому что когда постираешь, пока одни у меня наверху, и бежать за ними неохота, и надо, чтобы внизу тоже были. Так, дальше, девчонки, из химии взяла до места, стояла, думала, большой-маленький, взяла вот такой вот, получается, большой, новинка у него написано, максимальная защита от известкового налета, гель убивает микро... Значит, в этом у нас доместосе 800 миллилитров, и давно я не покупала доместос, почему-то как-то отошла от них, мне казалось, что они... снимают налет вот этот, который хорошее покрытие, вернее, которое на унитазе, мне кажется, не до того мощное, что даже смывает эмаль, вот так будет правильно сказано. Но потом что-то время прошло, уже не так все это жалко сантехнику, и стала покупать ей доместос. У меня еще списывали, получается, баллы. У меня выходит, что это доместос 82 рубля, значит, он стоил, наверное, где-то 99, да, или какая-то у них там цена есть, вот где-то так. В общем, взяла доместос, буду им пользоваться. Дальше из той же серии для чистоты. Мистер Пропер, бережная уборка. Вот такой голубой никогда не пробовала. Не содержит хлор, 100% чистый пол. Интересно. Мне просто интересно, какой у него аромат или же запах, что у него. Просто, наверное, нейтральный, что ли. Значит, это средство для мытья полов. Получается тоже, по-моему, 90 рублей или 99, какая у них там цена. Потому что у меня 82, получается, когда у меня, значит, сняли мои бонусы. Так, дальше пошли. Повернулась же я опять все-таки. Повторила уже свою покупку, но уже сделала ее эту правильную. Это отбеливатель, про который и пятновыводитель. Он, получается, 55 рублей. Надолго его хватает, хорошо отбеливает. Мне он понравился. Мерная ложка внутри. Я, насколько не люблю такие вот вещи, и порошки вообще. Ну, порошкообразные вот эти, скажем так, средства для стирки. Потому что они контейнер, от них коксуется, становится таким, знаете, неприглядным. Приходится его потом очень долго вымывать. Поэтому я полностью перешла на гелевые, от них хотя бы легче можно этот вымыть все эти секции, да, в стиральной машине. Но вот сейчас... распробовала, скажем так, этот кислородный отбеливатель и стараюсь чередовать или ваниш для отбеливателя ваниш, вот такой белый добавляю, либо кислородный вот такой отбеливатель пюр, да, как правильно он называется, скажите, девчонки, поправьте, если нет, white с активным хлором. Фу, каким активным хлором, боже мой, с активным кислородом для белого белья. Рассказываю вам про него, да, думая сама о своих мыслях. Так, ладно. Так, все, дальше поехали. Он был 55 рублей, мне он понравился. Потом опять же, как в прошлый раз, Софийка, наверное, забыла. Взяла молочную речку, этот банан. Чем он ей так нравится, даже не знаю. Потом, девчонки, смотрите, мальчишки, взяла контейнер. Взяла контейнер. Так, надо это все дело дальше, да, наверное, отодвинуть. Там уже не помещается. Какой здесь объем? Так, 1 литр и 900 миллилитров. Ну, 1,9 литра. Банка круглая для продуктов с декором. Взяла, знаете, для чего? Чтобы готовую еду, которая вот в кастрюлях у нас хранится в холодильнике, буду стараться ее уже перекладывать вот в такие контейнеры. Посмотрю, как он будет служить, если что-то куплю. Хоть холодильник и большой, но постоянно вот эти кастрюли, одна, вторая, третья, оно друг на друга наслаивается, половина там уже как бы еды и нету, а кастрюля огроменная стоит. И вот не знаю, хочу себя начать приучать и своих домашних к тому, что будем пользоваться вот такими контейнерами. Так вот, в принципе, прям хороший такой, плотноватый. Я люблю, когда сам материал такой плотный. Даже сюда, мне кажется, можно будет что-то в виде борща, супа наливать. Он не будет под весом, то есть как-то вибрировать и менять свою форму. И крышечка. Ну, крышечка. Сейчас посмотрим, как она сидит. Так.
Ну, крышка, она сидит плотно, но носить и точно переворачивать, мне кажется, вот так вот не надо. Ну, так вроде неплохо. Хотя, вот видите, здесь нажимаю, здесь поднимается. А ну-ка. Сейчас посмотрим. О, здесь нажимаю, здесь открывается. Не, все-таки с крышкой какая-то неразбериха. Вот видите, здесь я придавила, здесь она поднялась. В общем, если накрывать, то только вот в таком виде ставить и ни в каком случае не перевалить. Либо она мне сама, мне одной такое попалось, либо это они так идут. Вот здесь вот нажимаешь, с другой стороны не открываются. Ну, посмотрим, взяла. Если не понравится для хранения, вот готовая уже... Еды буду использовать для походных условий, потому что у нас контейнеры, сколько мы их не покупаем, они всегда у меня без крышки. Вот все контейнеры без крышки. Как их не сортирую, как их одну в одну не складываю, как за этим не следи. Как только куда-то ехать, это, если я гардеробную не уберу, все, они у меня внизу все без крышек. Куда это все девается, ну, как всегда, неизвестно. Крайнего не найдешь. Потом взяла себе опять заколку такую за 55 рублей, почему-то была она одна. Последняя взяла. Ну, я дома их ношу, когда готовлю, либо когда укладку делаю, не только для этих целей, поэтому расцветка не имеет в данном случае значения. София взяла себе вот такую вот жевательную резинку. И последняя за 77 рублей я в ванную комнату взяла контейнер, такой чисто белый, были еще бежевого цвета. Универсальный, но вот здесь показывают, что они там и мочалки в нем хранят, и, значит, шампунь, мочалка, да, и повесили они его на крючок. Но я вешать на крючок не буду. Вот еще здесь, видите, вот такое есть. То есть, если можно из-за них повесить, если какие-то там два, допустим, гвоздичка, наверное, повесить, и он будет за них держаться, что ли, я так думаю. И дно сделано дырочку, чтобы там вот это, кстати, очень даже хорошо, чтобы там не собиралась вода, чтобы вот это не закисало ничего, да? Для этих целей, прям для ванны, чтобы стекало... Очень даже неплохо. Ну, посмотрю, куда я его... А, кстати, у меня же там есть в одном месте, где такой вот крючочек, он без дела. Может, я его по назначению буду использовать. Ну, в общем, есть время для экспериментов и для того, чтобы подумать, что с ним делать. Но то, что он пойдет в ванную комнату, это однозначно. Делают у него где? Ну, скорее всего, так. Российская Федерация, Татарстан. Угу. Неплохой такой. Я бы не сказала, что он прям совсем уж такой супер плотный, но вот вы видите, да? Ну, как бы дно хорошее, такое твердое. Я думаю, ну, вот эта часть, конечно, такая легкая. Не знаю, для каких целей, может, это специально так делает, чтобы она как бы была более гибкая. Вот если по ним показать, что была более гибкая. Может, для ванны это, наоборот, удобно. Не делали, понимаешь, это просто так. Ну, в общем, как-то так. Такие покупочки были, в принципе, полезны. Сейчас это все помою, все расставлю. И уже начнем этим пользоваться. Какой тяжелый клубника. Да. Сегодня ездила же за овощами. Взяла немножко клубники. Думаю, попробовать. Какая-то краснодарская за 400. А была еще турецкая 200 с чем-то. В прошлый раз что-то я взяла. Было много подвявшей, поэтому что-то побоялась на этот раз, но вот сейчас смотрю, попробовала одну, очень свеженькая, хорошая. Свет, подашь сахар? Давай, половина тебе, половина Софийке. Завтра, если будут хорошие, еще поеду куплю. Ну как клубника, Егорка? Нормально. Сладкая? А что ты ее как-то вокруг ешь? Что с ней не так? Мне так нравится. Ну посыпь немножко еще. Сладкая, да? Там помакай. Можно? В тарелочке. Мукбанг. Егор ест клубнику. Соня ест макароны. Мы поменялись местами. Дайте мамку. Дайте маме клубнику. Что-то сегодня целый день я сокращаю как-то слова и заговаривается как-то странные слова, получается, мамку. Хотела сказать маме клубнику и получилось мамку. Да, бывает огорчение, когда ешь мамку. Так, девчонки, все, наварила я пельмени, сейчас Егорка подойдет. Софийка уже поела до этого, мы все закружились, нам прислали еще стихотворение к 9 мая.
такое сложное стихотворение нужно выучить. Потом я подбирала программу, попросили меня смонтировать для школы, выложить. Все дети будут с класса читать стихотворение, надо их соединить, ну, в общем, там переходы сделать, музыку подобрать. В общем, мы с Егором были заняты. И вот сейчас только пришло время, когда мы уже поняли, что мы до того голодные, что мы хотим пельмени. Смотрите, девчонки, аппетитные, вообще обалденные. Тесто хорошее получилось. У меня было два, одно разморозило в запасах. Ну, как не в запасах, остаются. Вот у меня сейчас опять осталось. И я на следующий раз их, ну, достаю, добавляю. В общем, сейчас мы будем объедаться. И папа наш позвонил ему, он говорит, ну вы ешьте, меня не ждите, я подойду, сам все сварю. Поэтому мы с Егором, в общем, будем трапезничать.